Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами инсайтом. Уже я даже не ожидала на четвертый день прорыва, своего прорыва, увидеть уже результаты. Я удивлена и очень впечатлена от всего того, что происходит в мастер-группе. Я всегда знала, что для того, чтобы достигнуть в жизни чего-то, нужно обязательно поставить цель. Но нужно это еще уметь делать правильно, чтобы поставленная цель в итоге могла в конечном итоге быть достигнута. Так вот, декомпозиция – это когда мы одну цель, главную цель, разбиваем на подцели и задачи. Так вот, это как раз нам помогает как правильно, грамотно ставить цель, и чтобы в итоге мы могли получить этот результат, почувствовать этот результат, чтобы могли это увидеть. Исходя из декомпозиции, можно четко простроить пошаговый план действий, но без нее это очень сложно сделать, и это знаю я по себе. Вчера мы общались с группой, проводили консультации, анализировали, помогали друг другу в достижении своих задач, и которые, в принципе, мы поставили. И я поняла, что консультации – это мощнейший инструмент, который мы просто не используем. Здесь можно получить большой опыт, опыт по сопровождению своих партнеров, помощи им. И не так, что вот… пришла, задавая вопрос, я отвечу. Нет, это скорее вот точечный анализ и контроль тех мини-задач, которые необходимо сделать на определенный промежуток времени. И это прекрасно работает. Буду использовать данный инструмент в своей команде. И на сегодняшний день могу сказать, что за 4 дня прорыва в мастер-группе я проделала ту работу, которую не могла сделать уже очень долгое время. И хочу всем пожелать хорошего прорыва в своем бизнесе, в своих начинаниях. И желаю достигнуть той цели, которую вы хотите достигнуть. Мира вам, добра и всего хорошего!